Возьмете вектор из-под пространства L1, возьмете вектор под пространство L2, сложите их. Что получите? Какой-то, так сказать, да, другой вектор. Вот. И он не лежит ни на прямой L1, и не лежит на прямой L2. Соответственно, нет замыкания. Пожалуйста, запомните, для объединения, а объединение двух прямых — это вот именно две прямые. Вот. А понятие линейного подпространства — просто аксиомы не выполнены. Аксиомы не выполнены. Вот. А, соответственно, если вы эти две прямые пересечете, то вы получите ровно одну точку, и формально точка 0 является линейным подпространством просто тривиальным. Вот. То есть это вот мы еще раз какие-то такие геометрические интерпретации вернули. Хорошо. Ну что, все у нас готово, пошло. Все, отлично. Значит, давайте тогда начинать нашу текущую, по-моему, уже четвертую по порядку лекцию. Она будет посвящена понятию прямая сумма. Да. А, да, спасибо, что напомнили, да. Значит, еще, пока вы еще, если ничего не написали, у нас предыдущая теорема, я как-то так это порадовался, что все сошлось, все базисы там, значит, пересеклись, объединились, но мы итоговое утверждение не доказали, давайте его вспомним. Мы, значит, сказали, что это вот по предыдущей теореме, по последней теореме предыдущей лекции. У нас, напоминаю, было, что L1 в пересечении с L2 мы образовали как оболочку векторов F1, по-моему, FM. Пожалуйста, мне индексы подсказывайте. Значит, L1 это было как оболочка задана. Там буквы E были, наверное, да? E1, сколько? EK? А потом? А, F1 FS, да, было? А Ешки с какой индексом было? ЕМ, да? Значит так, было Е1 троеточие ЕМ запятая F1 троеточие FS, да? Вот это было у нас L1. А L2 мы ввели немножко наоборот. То есть мы F1 взяли как первые базисные векторы и добавили их, по-моему, векторами G1, GT, да? Вот. Мы с вами там долго рассказывали, что эти векторы там линейно независимые. Вот. И у нас, соответственно, что получилось? У нас получилось следующее важное соотношение. И что мы с вами показали, что прямая сумма L1 и L2... Прошу прощения, опять значок объединения поставил. L1 и L2. Это была линейная оболочка просто совокупности базисов. Потому что мы просто доказали, что вот как раз мы на этом закончили, что вся совокупность базисов линейно независима. Значит, L1 плюс L2 — это есть линейная оболочка на E1, EM, запятая F1, FS, запятая G1, GT. Вот. Теперь давайте размерности пометим. Отсюда следует из первого соотношения, что размерность, так как это все независимые векторы, L1 в пересечении с L2 — это число S. Размерность L1 — это число M плюс S. Размерность L2 — это число S плюс T. И размерность L1 плюс L2 — это есть, соответственно, M плюс S плюс T. Плюс S плюс T. Вот. Ну и теперь надо вспомнить условия теоремы. Мы хотели доказать, что размерность L1 плюс L2 равно размерности L1 плюс размерности L2 минус размерности пересечения подпространства. Ну, опять же, подставьте, пожалуйста, буквы и убедитесь, что это тождество выполнено. То есть дальше просто доказательство заключается в том, что подставьте и получите, что у вас M плюс S плюс T — это есть M плюс S плюс S плюс T минус S. Это тождество. Это верно, да? Значит, и сверху тождество верно. Вот. Это окончание, скажем так, нашей теоремы. Это настоящее окончание теоремы, а не тот факт, что просто совокупность базисов линейно независима. Все, вроде долг отдан, и давайте теперь двигаться дальше. Тема «Прямая сумма». Прямая сумма подпространств. Опять же, напоминаю, сумма подпространств — это множество, в котором каждый элемент может быть представлен как сумма элементов, взятых по одному из каждого множества. Да? Это вот просто определение суммы подпространств. Теперь определение прямой суммы. Начнем сразу с определения. Прямая сумма подпространств называется
называется сумма подпространств. Сумма подпространств. Если разложение каждого вектора по подпространствам единственно. На самом деле существует 7 эквивалентных определений. Мы сейчас все их 7 дадим. Но вот корневое определение давайте возьмем следующее. Прямая сумма подпространств называется такая сумма, если разложение каждого вектора по подпространствам единственно. Обозначается прямая сумма. Ну давайте для двух введем. Как L1 плюс в кружочке, по сути, что это, взаимоисключающие или, да, L2, вот, и по определению, это есть, значит, L1 плюс L2, соответственно, если, давайте коротко, для любого x, принадлежащего L1 плюс L2, найдутся такие единственные, получается, x1, принадлежащий L1, и найдется единственный x2, принадлежащий L2, что x равно x1 плюс x2. Вот это с помощью короткой записи. Еще раз. Прямая сумма подпространств — это такая сумма, если для любого вектора из этой суммы существует единственный представитель из каждого подпространства, что они дадут вектор x. Хорошо. И давайте сразу поймем, что с одной стороны определение какое-то не очень, скажем так, удобное, с одной стороны не очень удобное, потому что там, опять же, вот эта вот единственность, вообще все, скажем так, определения, которые касаются единственности или там существования, или когда там любое, они довольно громоздкие, да, это вас вот теория определений там пределов по Каши уже приучила, да, к тому, что вот, довольно громоздкие, не очень понятные определения, там равномерной сходимости, еще что у вас было в курсе там уже матанализа. Вот, но тем не менее оно будет нам очень удобно для доказательства очень важной теоремы о, скажем так, большом количестве эквивалентных утверждений о прямой сумме. Вот давайте их сформулируем. Еще раз подчеркиваю, это будет сегодня основная теорема, у нее будет и огромная формулировка, и очень длинное доказательство. Морально готовьтесь. Итак, теорема 1, она же основная теорема, посвященная прямой сумме. Будем называть ее критерий прямой суммы. Итак, для подпространств L1, троеточие LK, конечномерного пространства V, конечномерного, конечно же, линейного пространства V, следующее утверждение равносильны. И дальше нас ожидает 7 утверждений. Итак, первое утверждение. Сумма L1, LK прямая. Ну, то есть это вот основное, что некоторое количество подпространств образует прямую сумму. Второе утверждение. Совокупность базисов подпространств линейно независимая. Если взять все базисы всех подпространств и сложить их в одну такую большую корзину, должна получиться линейно независимая система. Третье равносильное утверждение. Совокупность базисов подпространств образует базис суммы.
То есть, если, опять же, сложить все базисы вместе, должен получиться не просто линейная независимая система, должен получиться базис этой прямой суммы, то есть базис нашей суммы подпространств. Четвертое утверждение. Размерность суммы подпространств равна сумме размерностей. То есть, если взять и просуммировать все размерности всех подпространств от L1 до LK, должна получиться размерность всей суммы подпространств. Вот. Пятое утверждение. Существует вектор, давайте его условно обозначим, А, принадлежащий нашей сумме подпространств, такой, что его разложение единственное. А вот это очень интересное определение. Это очень интересное определение прямой суммы. Если вы внимательно посмотрите на базовое, оно говорит следующее, что все векторы должны иметь единственное разложение. А оказывается, достаточно, чтобы только один вектор имел единственное разложение, и тогда все хорошо. Все равно это множество будет образовывать прямую сумму. Вот, то есть эти подпространства будут образовывать прямую сумму. Вот это очень сильное утверждение. Мы его так докажем, да, обязательно докажем. Так, шестое эквивалентное определение. Произвольная система векторов А1 троеточие АК такая, что каждый аитый взят из своего линейного подпространства, вот, и при этом каждая аита не есть нулевой вектор. Произвольная система векторов А1, АК, где каждая аита из своего подпространства, и все они не нулевые. Линейно независимо. Линейно независимо. И давайте, вот здесь вот я обведу седьмое правило, потому что эту половину доски мы будем постоянно держать на глазах, она нам пригодится. Седьмое, последнее равносильное утверждение. Пересечение L1 и L2 — это есть пустое множество, в том смысле, что только нулевой вектор. Но это верно только для случая k равно 2. Пометьте. То есть, если у нас два подпространства, если у нас только два подпространства, то тогда условие того, что их пересечение пустое, ну или там тривиальное, равносильно тому, что сумма у них прямая. Равносильно тому, что сумма у них прямая. Во всех других случаях это неверно, вообще говоря. Во всех других случаях, то есть при k больше 2, это просто неверно. Ну вот, соответственно, у нас получилось 7 эквивалентных утверждений, и нам нужно их доказать. Как доказывается, вообще, как вы думаете, как... В принципе, можно доказать 7 равносильных утверждений. Сделать такой граф, цепочек, да, где каждый будет кого-то доказывать. То есть нужно сделать такой замкнутый граф, по сути, связей, вот, где из одного будет следовать другое, из другого третье. Вот. Либо как-то его зациклить, чтобы все утверждения равносильно доказали. То есть воспользоваться какими-то такими либо транзитивностями, либо, соответственно, равносильными переходами, зафиксировать их между утверждениями. Ну вот сейчас у нас будет некоторая схема. Значит, я буду объявлять, какое утверждение что доказывает, то есть между какими сейчас пунктами идет доказательство, и полномерно доказывать. Ну, давайте начнем. Начнем с пункта, с перехода из 1 в 2. Значит, первая часть — это переход из 1 в 2. То есть у нас дана прямая сумма, нам нужно доказать, что совокупность базисов является, наших подпространств является линейно независимой. Давайте от противного докажем. Сразу пометим. От противного. То есть нам, соответственно, дано
дано, что L1 образует прямую сумму с LK. L1 плюс L2 плюс так далее LK — это прямая сумма. И, соответственно, пусть у нас системы базисов какие-то введены, ну, давайте их, не знаю, как-нибудь обозначим. E1 троеточие E... S1, давайте так, это базис L1, а, соответственно, там, ну, что-нибудь типа G1 троеточие GSK, это базис LK. То есть вот мы ввели все базисы всех подпространств, от E1 до S и G1 до, соответственно, GSK. Вот. Теперь, опять же, так как мы доказываем противного, какое наше предположение? Смотрите, что мы хотим доказать? Мы хотим доказать, что вот эта совокупность будет линейно независима. А если мы доказываем от противного, говорим, пускай линейно зависима. Значит, еще раз, от противного. Пусть у нас прямая сумма, но система E1 троеточие ES1 троеточие G1 троеточие GSK линейно зависима. Вот. Нам нужно какое-то сейчас будет противоречие получить, мы его сейчас получим. Итак, давайте по определению линейной зависимости. Что сделаем? Распишем эту линейную комбинацию, домножим их на какие-то числа и приравняем нулю. Вот. Соответственно, начинаем. Итак, ну давайте буквы тоже какие-то будем подбирать. Так, альфа-1, Е1 плюс троеточие плюс альфа-С1, ЕС1 плюс троеточие плюс, ну давайте гамму возьмем. Гамма-1, Ж1 плюс троеточие плюс гамма-ЖСК. Ой, гамма СК на ЖСК равно нулевому вектору. Рассматриваем вот такую линейную комбинацию, приравниваем ее к нулю. По определению линейной зависимости это означает, что существуют числа альфа-1 троеточие гамма СК нетривиальные. Нетривиальная система. Вот. Но давайте поставим скобочки. Давайте поставим скобочки. Прямо вот здесь поставим скобочки. Соответственно, возьмем первую систему в скобочки, вторую систему в скобочки и так далее. И переобозначим их. Обозначим эту первую скобку за x1, а последнюю скобку обозначим за xk. Таким образом, что мы понимаем? Мы понимаем, что существует система x1 плюс троеточие плюс xk, равное нулевому вектору, где каждый x-ит, обратите внимание, лежит в своем линейном подпространстве, потому что он составлен из базис своего линейного подпространства. Значит, x1 лежит в L1, xk лежит в LK. И очень важно, при этом существует такой номер i, что xk не равен нулю. А вот это почему я могу утверждать? Потому что нетривиальная система, там где-то есть ненулевые числа, а значит мы не нулевые базисные вектора, умножали на нулевые числа. Где-то там определенно есть среди этих иксов не ноль. Согласны? Но смотрите, что я могу сделать. Я могу сказать, что ноль вектор — это k раз ноль вектор. K раз ноль вектор. Где первый ноль формально лежит в L1, а последний ноль формально лежит в LK. Что это означает? Это означает, что существует раз разложение нуля по подпространствам, и два разложения нуля по подпространствам, и эти разложения не совпадают. А значит, у нас существует не единственное разложение ноль вектора. А по определению прямой суммы все векторы должны иметь только единственное разложение, а ноль имеет не единственное разложение. Значит, L1, LK не прямая. Что является противоречием того, что мы начали? Мы же доказывали, из того перехода мы хотели доказать что? Что если сумма прямая, то совокупность базисов линейно независима. Мы говорили, пускай сумма прямая, но она зависима. А нет, получается, что и сумма не прямая тогда автоматически стала. Доходит? Потихонечку давайте. Будет только один, альфа-1, гамма-СК? Да не обязательно, просто есть, найдется там какие-то, есть какая-то комбинация чисел, вот этих всех этих чисел, что там хоть кто-то не ноль.
Это... Нет, извините, тут я случайно это поставил. Да, не единственное, не обязательно единственное. Главное, что существует. Главное, что существует какая-то вот система нетривиальная. А значит, там есть, опять же, нетривиальные какие-то векторы, которые раскладывают ноль. Вообще, запомните, у нас сейчас наше доказательство постоянно будет к этому сводиться, вот, к нетривиальному разложению нуля. То есть, если ноль нетривиально раскладывается, это накладывает большие проблемы на прямоту суммы. Вот, потому что, ну, по определению должно быть только единственное разложение. Мы так или иначе к этому будем сводиться. Итак, из 1 в 2 доказано. Все это зафиксировали. Я сейчас буду просто все время стирать левую часть, чтобы правая сохранялась. Вот, я сейчас левую часть стираю. Давайте. Ну все, ваше время вышло. Так, теперь давайте в обратную сторону, из пункта 2 в пункт 1. Я чувствую ваш энтузиазм, что вам понравилось от противного. Давайте закрепим доказательство от противного, идею. Вот. Только теперь в обратную сторону, из 2 в 1. То есть такой микроцикл сделаем. Микроцикл сделаем. Значит, итак, нам дано, что пусть совокупность базисов ЛНЗ, но сумма не прямая. Вот, это наша, соответственно, сейчас гипотеза. Это наша гипотеза. Мы должны получить противоречие. Раз, давайте воспользуемся тем, что раз сумма не прямая, то отсюда следует. Что существует вектор x, принадлежащий этой самой сумме, такой, что x имеет не единственное разложение. Все согласны, что такое x существует? Потому что если оно не существует, то сумма прямая. Да, если все такие векторы имеют только единственное разложение, то сумма прямая. А, вот. Давайте, соответственно, предъявим эти разложения. Формально их запишем. Ну, скажем, что x это есть что-нибудь типа y1 плюс троеточие плюс yk. И одновременно с этим, x есть z1 плюс троеточие плюс zk, где каждый, соответственно, y-итый и z-итый принадлежит своему линейному подпространству. То есть вот мы сделали два разложения вектора x по подпространствам от L1 и LK. Давайте вычтем, соответственно. Это же все одновременно выполняет. Значит, мы можем вычесть из первого тождества второе тождество. Это все тождество на векторах. Вот, что будет, если мы из x и x вычтем? Ноль получим вектор, да. А справа давайте скобочки объединим. Значит, y1 минус z1 плюс троеточие плюс yk минус zk. Вспоминаем, если мы возьмем два вектора из одного линейного подпространства и вычтем их друг из друга, где мы окажемся? Просто два каких-то случайных вектора из первого линейного подпространства взяли и вычли друг из друга. Что, где мы окажемся? В L1 замкнутый же есть, а и по сложению, и по вычитанию, потому что вычитание это что? Это сложение с умноженным на минус 1 формально. В общем, вот этот элемент, он принадлежит L1, да. А вот этот элемент, он принадлежит LK. Вот. При этом, так как разложения были единственные, это что означает? Что среди этих векторов есть скобка, то есть среди вот этих скобок есть скобка, не равная нулю, не равная нулевому вектору. Потому что если все скобки равны нулевому вектору, то вы понимаете, да, значит это одинаковое разложение. А раз разложение раз, значит хоть какая-то скобка должна дать не ноль. Должна дать не ноль. Среди, что? Да. То есть среди вот этих всех скобок найдется не нулевая скобка. А это что опять означает? Это опять означает наличие нетривиального разложения нуля. То есть что есть, кроме ноль, может получиться не только нулями, а вот какой-то системой из L1, LK. То есть опять мы получаем, следовательно, ноль имеет не единственное разложение. Потому что ноль, опять же, он всегда раскладывается в сумму из нулей, вот, но и тем не менее он раскладывается в какую-то сумму из не нулей, получается.
А раз 0 имеет не единственное разложение, раз 0 имеет не единственное разложение, так, а сейчас, а что мы хотели показать? Что сумма, сейчас, мы еще раз сказали, сумма неправильная, нам нужно сейчас где-то противоречие про совокупность базисов что-то удостоверить. Сейчас, про совокупность базисов. Как бы вернуться к ним. Сейчас, секундочку. Так, значит, мы получили нетривиальное разложение нуля. Нетривиальное разложение нуля. Сейчас, а что мы хотели вспомнить? Сейчас. Значит, мы хотели доказать, что если мы сейчас сложим все базисы, получим линейно зависимую систему. Нам как-то это нужно показать. Нам как-то это нужно показать. Сейчас, значит, смотрите, в свою очередь, эти все векторы, они раскладываются тоже в какие-то такие линейные комбинации. Давайте вспомним, что раз это вектор из L1, а это вектор из LK, то он должен быть разложен в какую-то систему из базисов, соответственно, L1, LK. Я из предыдущего доказательства возьму базисы, то есть будет E1 система, E-ita система — это для базис для L1, а G-ita система — это базис для LK, и там где-то внутри. То есть смотрите, вот это тождество означает, что 0 должен быть получен. Как? Некоторая линейная комбинация чисел альфа-итых на E-ita, соответственно, по E от единички до S1, плюс троеточие, плюс система гамма-иты на G-иты, где И от единички до СК, да, вот. То есть смотрите, получается, что мы взяли, и еще важно, что опять же среди чисел альфа-1 троеточие гамма-СТ есть ненулевые числа. Вот тут к вам вопрос. Почему там обязательно должны быть не нули? Подумайте, вот посмотря на вот это выражение. Что будет, если все числа, которые вот в этом, вот в последнем нашем тождестве записаны, все они нулевые? То это, во-первых, не даже это просто, что 0 означает, что он получит. Мы вот эти системы, каждая из этих систем выражает свою скобку. Вот эта система выражает вот эту скобку. А вот эта система выражает вот эту скобку. Если вы возьмете только нулевые числа, вы получите нулевой вектор. А значит, все скобки нулевые. А нам известно, мы с вами договорились, что там есть хоть одна ненулевая скобка. Раз там есть хоть одна ненулевая скобка, это значит, что она может быть получена только ненулевыми числами. А значит, эта система нетривиальная. Теперь смотрите, совокупность базисов, она может дать 0 с нетривиальной системой чисел. Значит, система базисов, да, значит, совокупность базисов линейно зависимая. Среди них есть не нули, а значит, система E1 троеточие GSK линейно зависима. Значит, совокупность E1 троеточие GSK линейно зависима. Совокупность всех базисов. Так, хорошо, сделали, да. Вот опять же, но мы все время, говорю, пока сводим все утверждения к наличию вот этого нетривиального разложения нуля. Это наше главное оружие пока в борьбе с этой большой-большой теоремой. Можно вопрос? Да. Когда мы там вычли, почему мы утверждаем, что среди репита минус отыта не может быть? Это альфа. Не, подожди, сейчас. Вот здесь вычли? Когда мы вычли, да, потом мы утверждаем, что среди скобок... Потому что не единственное, значит разные. Если мы вычтем и все нули, значит это одинаковые все векторы. Все векторы попарно равны, значит это одинаковое разложение. А тут очень важно, что вот это вот не единственное разложение. Вот, значит, хоть какая-то скобка обязана выбросить не ноль. Вот, отлично. Ну давайте еще один переход сделаем и перерывчик устроим. Значит, сейчас будет переход из 2-3. Ну, мы даже скорее сошлемся. Значит, мы сейчас будем доказывать равносильность, просто равносильность утверждения 2 и 3. Так, я стираю. Итак, значит, утверждения 2 и 3. Попробуем доказать их сразу просто равносильность. Давайте прочитаем. Совокупность базисов линейно независима. Совокупность базисов образует базис суммы.
совокупность байсов образует базис суммы. Тут нужно вспомнить, что если у нас все подпространства, то есть рассмотрим, что L1 — это есть что? Это есть линейная оболочка на своем базисе. Помните, мы это доказывали, да? Что если мы возьмем только базис, натянем на него линейную оболочку, то мы получим все подпространство. Вот. А, соответственно, LK — это линейная оболочка, натянутая на векторы G1, GSK. Вот. И у нас была с вами теорема. У нас с вами была теорема на прошлой лекции, что значит L1 плюс троеточие плюс LK может быть получено как линейная оболочка на чем? Мы можем представить как линейную оболочку, если мы знаем, что каждая подпространство. Просто все, как говорится, в одну большую кучу складываем. E1 троеточие ES1 троеточие G1 троеточие GSK. Вот это у нас было на прошлой лекции о том, как вообще суммы строятся, что просто все складываем. Теперь смотрим на второе утверждение. Эта система линейно независима. Значит, соответственно, вот это выражение, это и есть базис. Базис подпространства L1 плюс троеточие плюс LK. Согласны же, да? Если система линейно независима, то вот линейная оболочка, собственно, на них, они и будут базисом. Они и будут базисом этого подпространства. Вот. И что нам нужно доказать? Что совокупность базисов образует базис суммы. То есть, скажем так, если это базис суммы, то эта система линейно независима. Вот, очевидно. Ну, то есть в одну сторону супер очевидно. Вот. И в другую сторону. Если эта система линейно независима, то она образует базис, потому что линейная оболочка на ней — это и есть сумма. Вот, по предыдущей теореме. То есть это просто утверждение становится равносильные. Равносильные. Все это видят или пока нет? Как это написать? Ну, то есть еще раз, далее просто смотрите. Это становится просто, после наших замечаний, это просто становится равносильное утверждение. Совокупность базисов подпространств LNZ. Это означает, что из этой вот системы вам никого выбросить нельзя. Раз она LNZ, значит она и базисом становится. Вот. А это что получаем? Это получаем уже третье утверждение, да? Совокупность базисов — это базис. Теперь в обратную сторону. Пускай совокупность базисов — это базис. Но каждая маленькая совокупность — это базис своих подпространств. Вот. Тогда получается, что когда мы их соединяем, она должна дать независимую систему. Потому что если она дает линейно-независимую систему, мы можем отсюда кого-то выбросить. Можем кого-то отсюда выбросить. Вот. И у нас уже не будет совокупность базисов — это базис суммы. Да, то есть еще раз, просто, значит, утверждаем, что второй и третий пункты, по сути, равносильны из-за теоремы о линейной оболочке суммы. Линейной оболочке суммы. Вот. После этого становится равносильным. Ну, давайте как раз сейчас передохнем немножко, посмотрим на, может быть, там, вспомните, почитаете предыдущую теорему и... Да нет, лучше отдохните, еще впереди большая работа. Пожалуйста, я прослушала правый. Да, что еще раз?
Итак, присаживайтесь, сейчас через 10 секунд начнем. Так, значит, что у нас есть? 1 равносильно 2, 2 равносильно 3 пока, да? Нужно вот куда-то двигаться дальше. Соответственно, давайте между 3 и 4 начнем устанавливать соответствие. Итак, совокупность базисов подпространств — это базис суммы, и размерность суммы подпространств равна сумме размерностей. Ну, давайте еще раз посмотрим. Если у нас совокупность базисов, вот опять же, сейчас добавим здесь пункт 3.4, равносильность, вот, и отметим, смотрите, размерность, так, система Е1, троеточие ЖСК, пускай это базис L1 плюс троеточие плюс LK. Это, соответственно, равносильно тому, ну не даже не равносильно, ладно, отсюда все-таки следует, что размерность L1 плюс троеточие плюс LK чему равна? Если у нас совокупность базисов — это базис суммы, вот, то что такое размерность подпространства вообще, в принципе? Это количество в нем базисных векторов. Значит, просто нужно сказать, сколько их тут. А их тут получается S1 плюс S2 плюс троеточие плюс SK. Вот. И смотрите, но при этом S1 — это размерность L1. Да, потому что это количество в нем базисных векторов. А SK — это размерность LK, да? И что получается? Получается, что размерность суммы подпространств — это и есть сумма размерности подпространств. Ну вот, что нужно? Итак, значит, если у нас совокупность байсов давала нам байс суммы, то все из 3 в 4 есть. То есть это мы пока сейчас, грубо говоря, из 3 в 4 показали. Теперь давайте из 4 в 3. Значит, нам известно, что размерность суммы подпространств равна сумме размерностей. То есть размерность L1 плюс троеточие плюс размерность LK — это есть S1 плюс троеточие плюс LK. И также известно дополнительно, что L1 плюс LK — это линейная оболочка на всех байсных векторах от E1 до GSK. Мы с вами говорили, что когда мы работаем с линейными оболочками, вот, есть несколько вариантов. Смотрите, вот эта система может уже быть своей базой, и тогда размерность LK — это будет как раз-таки сумма размерностей. Да? Так это оно и есть просто. Вот. Либо здесь среди этих векторов есть линейно зависимый. Среди вот этих систем векторов есть линейно зависимый, и она не является базисом. Давайте так. Пусть от обратного, мы сейчас хотим доказать из 4 в 3. Пусть система Е1 троеточие ЖСК не базис. Вот. Значит, что получается? Получается, что она тогда линейно-зависимая система. Согласны же? Да? Вот. Потому что их у нас ровно столько, сколько нужно штук. То есть по штук у нас столько, сколько нужно. Но при этом они не образуют базисность. Если векторов, ну, условно, в n-мерном пространстве, если мы взяли n векторов, и они не являются базисом, то они являются линейно-зависимой системой. Все это понимают? Да. Следовательно, система E1 троеточие GSK — LZ-система. А тогда эту линейную оболочку, тогда сумму L1 LK, можно представить как линейную оболочку какой-то другой подсистемы, ну, давайте ее пока F1 назовем. F1 троеточие FM, где M строго меньше, чем S1 плюс троеточие плюс SK. То есть, если система линейно зависимая из этих векторов, то можно из нее выделить линейно независимую подсистему, которая тоже будет при этом базисом. То есть, которая тоже будет при этом базисом. Вот. И значит, можно взять размерность меньше, чем сумму. Но у нас что сверху было написано? Что размерность суммы подпространства, то есть сейчас, прошу прощения, что у нас размерность суммы подпространства равна размерности суммы пространств. Вот. И это противоречит нашему утверждению, что мы можем из нее, то есть если бы она была не базисом, мы бы из нее выбрали меньшую систему и могли бы взять меньше векторов в эту сумму. Вот. Это является противоречием. Соответственно, ответ утвердительный, и получается третий и четвертый теперь равносильный.
То есть еще раз, из 3 в 4 мы просто конструктивно это построили, мы просто конструктивно это заметили, а из 4 в 3 сказали, пускай система не является базисностью, значит там кто-то лишний. Там кто-то лишний, и можно меньшее количество базисных векторов выполнить. И у нас не будет вот этого тождества, что размеры суммы подпространств складываются из суммы маленьких размерностей. Так, хорошо, 3-4 есть, 3-4 есть. Теперь давайте немножко хитро поступим. Будем перепрыгивать из пунктов старых в пункт 5. Значит, в 5 пункт мы попадем из пункта 1. Так, я это стираю. А разве если мы доказали, что из первого, второй, из второго, а? Нам нужно было еще, да, вот эту сцепку. Нам нужны цикличность некоторая. Что именно... У нас же не если то, а равносильно. Поэтому нужен полный цикл, чтобы кто-то всегда кого-то доказывал, и можно было вернуться. Вот. Итак, давайте теперь пока в одну сторону, из пункта 1 в пункт 5. Из пункта 1 в пункт 5. Давайте, что означает фраза «сумма L1, LK прямая»? Вспоминайте определение. Сумма подпространств прямая. Что это означает? Все единственные. А пятое что говорит? Есть хотя бы один единственный. Ну, согласитесь, что если все единственные, то хотя бы один среди всех есть единственный. Пишем очевидно. Если все такие, то каждый такой. Вот. И как минимум один точно такой есть. Вот. Значит, еще раз. Из 1 в 5 все очень легко. А вот теперь из 5 в 1 поехали. Вот это теперь хитрее. Смотрите, это вот обратное. Если один такой, то все такие. Понимаете? Вот, мы сейчас это будем показывать. Это сильное утверждение, это сильное очень утверждение. Давайте сделаем. Пускай, давайте, пусть. Пусть x принадлежит L1, LK и имеет не единственное разложение. Пускай вот у нас взяли какой-то вектор суммы, который все-таки вдруг нашелся. То есть мы сейчас тоже от противного будем доказывать. То есть мы сейчас доказываем из 5 в 1 от противного. Мы говорим, пускай А конкретно единственное разложение, а кто-то кроме А не единственное разложение. Вот взяли тот самый X, который имеет не единственное разложение. Тогда смотрите. Давайте представим их опять. X это Y1 плюс троеточие плюс YK. И x это z1 плюс троеточие плюс zk. Мы такое уже делали. Опять вычитаем их друг из дружки. Вновь что получаем? Нетривиальное разложение нуля. Вновь получаем, что 0 вектор это и есть совокупность разности скобок таких. Вот. При этом вот это выражение, ну скажем так, все они принадлежат там своим подпространствам. И найдется скобка, не равная нулю. Найдется там среди них скобка, не равная нулю. Тогда смотрите, рассмотрим вектор А и прибавим к нему 0 вектор. Давайте слева напишем, какой будет результат. Какой будет результат, если к вектору А прибавить 0 вектор? А. Вот. Значит, у нас по условию пятого пункта А обязано было иметь единственное разложение. Давайте его возьмем. Пусть система А1 плюс троеточие плюс АК это есть А, и это единственное разложение. Но А это есть А плюс 0, а это в свою очередь есть А1 плюс скобка. Вот теперь вместо нуля подставляем вот это представление нуля. Смотрите, мы вместо нуля можем взять верхнее представление нуля. Скобка y1 минус z1 плюс троеточие плюс ak плюс yk минус zk. Так вот, интересный момент. Получается, что вектор А может быть выбран, как смотрите, это же теперь три вектора, все лежат в первом подпространстве. Значит, это все вектор из L1, а это все... Вектор из LK. То есть получается, что вектор А
может быть получен иным способом. Иным способом. Не только как сумма А1, АК, а еще как сумма А1, АК и еще что-то накинуть не нулевое. Вот это значит, что существует другое, следовательно, существует другое разложение А. А это противоречие. А это противоречит условию пятому. У нас было по пятому сказано, что конкретный вектор имеет единственное разложение, вот, какой-то один. А выясняется, что в этот момент все начинают иметь единственное разложение, опять же, потому что если хоть кто-то... В общем, запомните такой хитрый трюк. Если хоть кто-то имеет не единственное разложение, значит автоматически не единственное разложение имеет и ноль вектор. Правильно? А добавляя этот ноль вектор к чему угодно, вы будете получать не единственное разложение чего угодно. Потому что вы можете этот ноль хоть сколько раз добавлять к вектору, он формально с одной стороны не изменится, но будете получать новое разложение. Будете получать все время новое разложение. Вот. Итак, значит, и отсюда мы поняли, что первый и пятый пункт равносильны, что достаточно, как говорится, одного прецедента единственности разложения, и все остальные автоматически появляются. Теперь давайте пункты 1 и 6 будем вместе дружить. Значит, произвольная система векторов, сейчас будем доказывать, что является линейно независимой. Так, эту часть доказательства я стираю. Да, да, давайте быстренько восстановите. Все, я убираю, нет сил больше терпеть, хочется с вами делиться знаниями, вот. Больше не могу ждать. Итак, пункты будем сейчас 1-6 дружить. Давайте из 1 в 6 докажем. А потом наоборот из 6 в 1. Итак, пункт 1 в 6. Значит, пусть сумма прямая, но система, надо доказать, что система линейно-зависима. Опять, как мы уже сегодня, может быть, устали, от противного начинаем. Ничего, скоро вы привыкнете, А вот. Итак, значит, противно, что это означает? Пусть сумма прямая. Но система, ну, найдется такая система. Где каждая аита своего подпространства. Линейно зависимая. Вот. При этом еще важно, что все аиты не нулевые. Помните, пожалуйста, все аиты и вектора не нулевые. Там это в условии теоремы фиксирует. Вот. Ну, давайте запишем, значит, еще раз, что получается. Раз она зависимая, то тогда, если мы возьмем альфа 1 умножим на 1, плюс троеточие, плюс альфа к умножим на ак, то мы можем получить ноль вектор, где... Числа альфа и ита, система нетривиальная. Согласны? Да, это определение же просто линейно зависимое. Значит, можно с ненулевыми числами сделать. А это что означает? Что есть, посмотрите внимательно, разложение нуля нетривиальное. Значит, есть представление нуля вектора, как вектора, состоящего не из нулевых векторов. А это значит, автоматически имеем... Второе разложение нуля. А это противоречит прямоте суммы, потому что по прямоте суммы у всех векторов должно быть единственное разложение, в том числе у нуля. Есть контакт? Итак, еще раз. Сумма была. Мы думали, что сумма прямая, но система линейно-зависимая. И линейная зависимость системы по определению линейной зависимости выразили ноль через нее. Не нулевыми векторами получается, не нулевыми векторами. Значит, говорим, что у нуля теперь альтернативное разложение не только в виде суммы нулей, но и вот в виде каких-то вот этих вот векторов, где каждый, получается, вектор лежит в своего подпространства. Так, дальше. Теперь из 6 в 1. Так, значит, нам дано, что берем любую систему, всегда получаться будет линейно независимая. Нужно показать, что сумма прямая. Опять, что от противного уже... Как тут по-другому-то? Ну,
Ну давайте сделаем, давайте сделаем. Значит, от противного. Дано, что для любой системы аитых, для любых А1 троеточие АК не нулевых, следует, что это ЛНЗ. А вот, значит, нам это дано. И пусть системы L1 плюс LK сумма не прямая. Раз не прямая, значит, существует не единственное разложение. Тогда x может быть представлен как y1 плюс троеточие плюс yk, и x может быть представлен как z1 плюс троеточие zk. Уже вам, наверное, надоел с нетривиальными разложениями бедного нашего x. А раз нетривиальное разложение x, значит, автоматически кто еще нетривиально раскладывается? Нолик наш любимый. Опять на эти скобочки. Так, yk минус zk. Теперь внимательно смотрим на скобочки. Опять они все еще из L1, все еще из LK. Давайте обозначим первую скобочку как букву А1, последнюю скобочку как букву АК. Тогда отсюда следует, что А1 плюс троеточие плюс АК равно 0 вектору. А что это означает? Внимательно посмотрите. Это здесь коэффициенты стоят единички при всех акатах. Значит, есть система векторов. Есть система векторов. Ну, тут можно было выбросить, оставим вот в эту систему только не нулевые векторы. Тут надо было где-то замечание сделать. То есть перенесли бы в правое выражение только не нулевые векторы. Какая-то существует произвольная система, смотрите, не нулевых векторов, которая линейно зависима. Она с не нулевыми числами, видите, с не нулевыми числами дала 0. А значит, система А1, АК, ЛЗ. Значит, система линейно зависима. Что не могло быть, потому что у нас любая система должна была быть линейно независима. А мы получили линейно зависимую систему. Только из-за, опять же, из-за бедного нуля, который все никак не может разложиться единственным образом. Последнее хотя бы утверждение докажется очень просто. Мы просто сошлемся. Давайте я даже коротко вот только верхнюю часть сотру. Значит, утверждение между 4 и 7 протянем, простейшее. Четыре утверждения равносильно 7. Давайте читаем. Размерность суммы подпространств равна сумме размерности подпространств. И 7 гласит, что в случае только для двух, пересечение пустое равносильно прямоте суммы. Но у нас есть теорема. Для двух, верная. Размерность L1 плюс L2 — это и есть размерность L1 плюс размерность L2 минус размерность L1 в пересечении с L2. Если у нас пересечение состоит из пустого вектора, то тогда размерность пересечения, как вы считаете, какая? То есть не из пустого, из нулевого вектора. Какой размерностью обладает множество, состоящее только из одного объекта 0? Это философский вопрос. 0. Ноль. Там сколько базис? Там базиса нету. Значит, размерность — это количество ненулевых, да, векторов, которые линейно выражают. Чтобы выразить нам ноль, нам никто не нужен. Нам достаточно ноль объектов. Поэтому размерность ноль. Если подпространство состоит только из нулевого вектора, у него размерность ноль. Теперь подставляем эту формулу. Смотрите, здесь вычитается ноль. И размерность суммы — это и есть сумма размерности. Читаем четвертый пункт. Размерность суммы — это и есть сумма размерности. То есть это равносильно тому, что у вас просто нет пересечения. Но еще раз подчеркиваю, это работает только для двух подпространств. Для большего количества подпространств там нужно все парные пересечения и все тройные пересечения, чтобы были пустые. То есть когда у вас их много, вам нужны все пересечения, все возможные комбинации всех пересечений, чтобы были пустые. Потому что там формула хитрее начинает работать, она там формула включений-исключений, там больше, больше параметров будет. Поздравляю вас, основная теорема доказана. С этого момента вы все можете считать, что по факту единое.
То есть понятие прямоты, что базисы слили, у них среди нет линейно-зависимых, то есть получили базис, что хоть один вектор единственным образом раскладывается, что пересечение для случая 2 пустое. Все для вас должно это понимание рождать, что перед вами прямая сумма. Вот. Да. Сейчас. Если то... да, кстати, спасибо. Хорошее замечание, неплохое, да, даже можно в две стороны. То есть, скажем так, только когда размерность равна 0, то это только единственный вариант, что нулевой вектор. Да, спасибо. Фух, ну ладно, наконец-то левую часть доски уже мы мучили. В общем, давайте перейдем к правой, а то левая, посмотрите, какая левая затертая, да, и правая чистенькая такая, зелененькая. Пришел ее чек. Ну и сейчас уже пойдут такие, скажем, ну не то что вспомогательные, но более практические теоремы, но они и полегче будут. Они и полегче будут в доказательстве. Итак, вторая теорема. Теорема 2. Линейное пространство... Линейное пространство V является прямой суммой своих подпространств L1 и L2. Тогда и только тогда, когда? Первое. Размерность пространства V — это и есть размерность пространства L1 плюс размерность пространства L2. И второе. Когда пересечение этих подпространств стоит только из нулевого вектора. В этом случае мы говорим, что V раскладывается в прямую сумму. То есть все пространство распадается в прямую сумму L1 и L2. Вот. И обозначаем, что V это просто равно L1 в прямой сумме с L2. Вот это такое расщепление. Мы потом... Это будет играть очень важную роль в будущем в теории альтернативных представлений матрицы. Мы будем матрицу, точнее пространство, над которым будет действовать матрица, расщеплять в прямую сумму некоторых хороших подпространств, где матрица будет себя вести, скажем так, правильно для нас. Правильно для нас. Ну, давайте докажем. Начнем с необходимости. Значит, пусть у нас V, то есть пусть V это L1 в прямой сумме с L2. Пусть V это L1 плюс L2. Внимательно, ну я вот, к сожалению, стер, но внимательно прочтите, да, 4 и 7 пункты. Значит, что говорит 4 пункт? Размерность суммы — это сумма размерностей. Что говорит 7 пункт? Значит, если сумма прямая, то их пересечение пустое, да? То это просто, значит, по согласно 4 и 7 пункту, если сумма прямая, то это и есть первый и второй пункт, это и есть, соответственно, 4 и 7 пункты. Вот. То есть, да, где-то можете пометить, что 1 равносильно 4, а 2 равносильно 7. Вот так. Это мы уже с вами доказали. То есть доказано в теореме 1 на самом деле. Теперь достаточность. Почему, если вот сумма, значит, V раскладывается у нас в размерность, точнее, V представим как сумма размерности и пересечение пустое, почему V обязательно разложится? Вот, давайте рассмотрим. Пусть L — это есть сумма подпространств L1 плюс L2. Дальше. Так как пересечение L1 с L2 — это нулевой вектор,
то L представима как прямая сумма L1, L2. Опять же, по предыдущей теореме. L обязательно прямая сумма L1 плюс L2. Тогда размерность L равна размерности чего? L, сумме размерности, но мы знаем по условию теоремы в обратную сторону, что это есть размерность V. Итак, что мы теперь знаем? L — это подпространство V. Это просто потому, что ну, все они подпространства. Мы говорили, что когда вы там складываете подпространство, вы все равно получаете подпространство, значит, вы вложены в V. Но при этом размерность L равна размерности V. Вспоминаем, опять же, теорему с прошлой лекции. Когда, при каких обстоятельствах у нас подпространство, может его размерность совпадать с размерностью всего пространства? Только когда оно само пространство. Мы, это прям была теорема у нас. Посмотрите, теорема предпоследняя, по-моему, была на предыдущей лекции. Это достаточно, чтобы утверждать, что L как множество совпадает с V. А L — это есть прямая сумма. L — это есть прямая сумма. Отсюда следует, что V — это L1 плюс в прямой сумме с L2. Что и требовалось доказать. Итак, обратите внимание, то есть если пересечения у вас нету и по размерностям все хорошо, у вас размерности первого пространства и второго пространства хватает, чтобы выразить размерность всего пространства в сумме, то вы получаете вот такое разложение. То есть все пространство распадется в два. Распадется в прямую сумму двух подпространств. Вот. И это позволяет нам ввести понятие дополнительного подпространства. Давайте сделаем. Это уже основная теорема расщепления, по сути, сейчас будет формулироваться. Итак, начнем с определения. Пусть L — это подпространство. Пространство V. Тогда подпространство... Мы его будем написывать так. L и сверху маленькую дельту. L сверху с индексом маленькая дельта. Называется дополнительным подпространством. Дополнительным подпространством к L. Если... L в прямой сумме с дельта, с L дельта, то есть с дополнительным своим подпространством, дает все V. То есть у любого, и это очень такое важное понимание, мы сейчас будем показывать, на самом деле у любого подпространства есть его такой злобный брат-близнец, вместе с которым они собираются в огромное пространство. Вот. Ну, это мы уже, по сути, сформулировали теорему. Давайте только ее запишем. К L, L дельта называется дополнительным подпространством к L. Они вместе собираются в V. Ну и как раз таки теорема финальная на сегодня. Для любого подпространства L существует дополнительное подпространство. То есть у абсолютно любого пространства найдется. Ну, давайте прям сразу и докажем. Начнем с простого очень случая. А вот, это вы мне сами скажете. Пускай L — это тривиальное подпространство, то есть оно либо 0 вектор, или L — это все пространство V. Что тогда? Кто будет тогда дополнительным подпространством? Давайте для нулевого. Вот кто к 0 вектору дополнительный? Само пространство V, да. Тогда L дельта — это будет либо V, или... Да, или, соответственно, только 0 вектор.
То есть для тривиальных случаев там все довольно очевидно. Вы можете ко всему пространству прибавить подпространство, содержащее только ноль вектор, вот, и вместе они всегда будут давать, опять же, все общее пространство. Вот. Поэтому да, в дальнейшем доказательстве будем рассматривать только нетривиальные подслучаи. Теперь пусть L нетривиальное подпространство. Раз оно нетривиальное, значит, что у него есть базис? Давайте обозначим. Ладно, я справа пойду писать. Значит, давайте обозначим его базис как Е1 троеточие ЕК. Тогда Е1 троеточие ЕК, пусть это базис L. Ну, сразу можете пометить, размерность автоматически L — это К. Автоматически, пожалуйста, пометьте, потому что вот у него К базисных векторов. У нас, что гласит нам теорема о неполном базисе? Ведь Е1, ЕК — это линейно независимая система в V. Что говорит нам теорема о неполном базисе? Дополнить. Дополняем. Тогда рассмотрим, что Е1 троеточие ЕК, запятая ЕК плюс 1 троеточие ЕН — это базис V. Опять же, скобочек пометим, что пускай размерность V — это, как мы привыкли, N. То есть мы всегда можем любую линейно независимую систему дополнить до базиса подпространства. Вот мы дополнили до этого самого базиса подпространства. Ну и тогда заметим, что линейная оболочка натянута на векторы ЕК плюс 1, троеточие ЕН. А, кстати, сейчас, если у вас есть место здесь где-то, то, пожалуйста, после скобочек пометьте, что также линейное подпространство может быть объявлено как линейная оболочка на этой системе векторов. Е1, троеточие ЕК. Вот. Так, смотрите, линейная оболочка на оставшихся базисных векторах давайте объявим как L-дельта и покажем, что именно оно и есть дополнительное. Ну, с чего начнем? Нам нужно условия предыдущей теоремы, теоремы 2, выполнить. Давайте проверим, что размерность L плюс размерность L-дельта чему равна. Значит, размерность L сколько? K. А размерность L-дельта, как мы выбрали, они, вот эти, кстати, векторы линейно независимые, N минус K. Так, первая часть теоремы есть. Дальше вопрос, что будет, если мы L пересечем с L-дельта? Обращаю внимание, ни один из этих векторов в L не лежит. Потому что они именно дополнение. Они ни один из них в L не лежит. И наоборот, ни один из векторов E1, EK в этой системе не лежит. Потому что они базисом обладают. Значит, это только лишь ноль вектор. И по предыдущей теореме что получаем? Что L плюс L дельта — это все V. Что и требуется доказать. Мы предъявили для произвольного подпространства L, предъявили его дополнительное подпространство. Просто, так сказать, взяв линейную оболочку добавки, вот этой базисной добавки, если мы возьмем, мы всегда получим дополнительное подпространство. Теперь есть к вам замечание, финальное на сегодня. Как вы считаете, для первого случая, а вот для тривиального, скажем так, случая, единственный ли вариант выбора дополнительного подпространства? Вот для тривиальных случаев. Есть ли какое-то другое дополнительное подпространство для L, состоящего только из нулевого вектора? Кого-то другого можно взять вместо V? Что-то меньшее, чем V? Нельзя. Вот. Для тривиальных подпространств, давайте пометим как замечание. Для тривиальных подпространств дополнение единственное. Вот. Теперь посмотрим на нашу идею построения системы, как мы делали L-дельта в нетривиальном случае. И вспомним важное утверждение. Если мы возьмем какую-то систему векторов и применим к ней какие-то элементарные преобразования, там поприбавляем что-то, повычитаем что-то, ну, опять же, элементарные, то базисность не изменится. Это что означает? Что если вот эта система базис,
Давайте пометим. То есть пусть Е1, троеточие ЕК, ЕК плюс 1, троеточие Е — это базис. Тогда система Е1, троеточие ЕК, запятая ЕК плюс 1 плюс Е1, это как единый вектор, троеточие ЕН плюс Е1, это тоже базис. Обращаю внимание. То есть если мы сделаем элементарное преобразование, например, ко всем векторам правой половины прибавим Е1. Как был базис, так и остался базис. Но обращаю внимание, что теперь, если вы возьмете линейные оболочки на системе ЕК плюс 1, троеточие ЕН, то эта линейная оболочка будет не равна линейной оболочке на системе ЕК плюс 1 плюс Е1, троеточие ЕН плюс Е1. Вот. То есть что получается? Что получается? У нас существуют всегда альтернативные варианты строить дополнительное подпространство. Давайте это еще раз словами отметим. Если L нетривиальное, если L нетривиальное подпространство, то существует бесконечное количество дополнительных подпространств. Вот. С одной стороны, это приятно, приятно осознавать, что существует бесконечное количество способов достроить подпространство до всего пространства. Но с другой стороны, это потом будет вызывать проблему. Нам нужно будет среди этого бесконечного количества вариантов выбирать хорошие. Вот. И мы поговорим это уже в будущем о таком явлении, как ортогональное дополнение подпространства. Это такое подпространство, которое мало того, что дополняет, так оно еще перпендикулярно дополняет. Вот на примере, опять же, с геометрией это все очень хорошо видно. Вот смотрите. Возьмем двухмерное пространство, то есть все пространство сейчас двумерное. Возьмем там одномерное подпространство, прямую какую-нибудь. Таким образом, если мы сейчас возьмем любую прямую неколлинеарную с L1, любую прямую, то вместе они дадут нам все V. То есть они сейчас в прямой сумме начнут давать все V, потому что мы любой вектор на нашей плоскости можем представить как линейную комбинацию векторов на L1 и L2. Можно представить как сумму векторов с L1 и L2. Все это понимают? То есть любой абсолютный вектор на плоскости может быть представлен как два вектора на прямых. Но, и опять же, к L1 существует бесконечное количество вариантов достроить L2 так, чтобы все начало работать. Вот. Но существует один хороший вариант. И вот он действительно единственный. У любой прямой L существует единственное так называемое ортогональное дополнение. L ортогональное мы его потом будем помечать. Оно все еще в прямой сумме дает все V, но при этом векторы, которые мы будем брать здесь и здесь, они будут перпендикулярны между собой. Вот, в смысле скалярного произведения. Так что готовьтесь, скоро мы дойдем до понятия скалярных произведений, перпендикулярных подпространств, и вообще поймем, что все очень, скажем так, все, что мы понимали про геометрию, оно все продолжает работать вот в теории как бы линейных пространств. А опять что это? Значит, все верно и для матриц, и для многочленов, и для функций. Все для нас едино становится. Все для нас просто стрелочки на плоскости. Вот, и координаты этих стрелочек. Хорошо, спасибо большое за внимание. Увидимся завтра. Завтра совсем скоро. Готовьтесь, да. Морально, в первую очередь, да.